понятной ситуации не забывайте. Институт, кого снимаешь? Знаешь, камушки как-то не спасают, когда танка не прокидывает. Я ему даже щит, ну я ему щит дал в этот момент, у меня там вроде больше чем не было. Его сквозь щит убило. Получается, его убило из-за того, что не было тотема, шоколад умер из-за того, что умер. Съел бы камушек, может быть, и выжил, понимаешь, цепочка такая сложная. Честь, все от чего зависит. Все от всего зависит. На! На этом поле у нас вообще все будет. Осталось не умереть как? Все бы с Ванера, нет, это правда. Ванера мат. Блять, на самом деле все потому, что нахуй ни усилков, блять, ни брюлей нету, пиздец. Как в это играть? Ебал я это от Сирус. Реально. А на X2 не поиграешь, это, потому что, блядь, E-Level что-то маловат с глиномесами, глину месить не охота. Нет, 300 E-Level, когда увидел, там почти его. Ну а чё вы хотели? А чё, мы ничего не хотели. Сука, вот жаль это вступление ебаное не скипается. Так а нахуй чё, ну вам сложно минуту 25 подождать? Да, мы все равно обычно ждем КД на это вступление. Вам сложно подождать, пришли с первого пула убили, один раз 1 минуту 25 подождали и все. Да, но мы не убиваем с первого пула. А потому что ой, ты хуй глотина не дамажишь, пиздец, вообще ноль. Надо. ББ. Знаешь почему? Потому что ты механическая клава тыкаешь, всех отвлекаешь. Ты дурак. Жди, делай, не кастуй. Не, не кастуй. Жди, стой, стой. Нет. Ури, ты дурак, ты там фреймы забагал, Ури. А где Ури? Повезло, прикинь бы, пролагала, не смог бы. Отменить. Какие вы фрики, нахуй. Ты деда таблетки забыл выпить. Все, фрики, тихо. Фрики тут, фрики там. Ага, сейчас. Ну, баф теперь. А, кстати, реально. Бафните Ориона. Тотем каменный сломался. Да ПС. Так, мне нужно это. Ветер. Иглю надо ветер. Хватит. Господи, сколько на ветров. Я, короче, туда есть что. Глю возьмешь, короче, ближний. Вот тот, который стоит. Я там где не заберу. Блять. Я то, что рядом с порталом возьму. Форкаст. Понял, Синк? Че? Не заберите только мой. Да. Я у портала беру. Заходите, каст, зашли. Хисера. Хера, чё, блин? Жду. БР, чё? Давай входу. Поднимите. Это за что? Че, у Синга нету ветра? Я не вижу, кого сами смотрите. Ником. А нет. Так, не умри.
А он возле глю там много, один как. Ой, возле зерона. Арислин. Вот, Арислин мне вынес, я заберу. Мобы вышли. Кас скоро будет. Скоро кас будет. Не могу мобов на пульте, недалеко. Каст. Пошли. Там один моб далеко, я не могу ничего с ним делать. Подвел. У нас Орион имел, да, блядь. Я еще всю жизнь не дамажу, у меня все полты из-за Ориона. Скоро каст. Еще одна дивная будет каст. Мобы вышли. Не могу шок отдать. Лю убил. А, ну все. Ну что не так? Почему вы умираете? Не скажи, когда у тебя минута до брухи. Глю мусором закидала. Слепящая стрела. Ну три мусора в него залетело. Ой, блин. Я порос. Вот не зарос. Не рисовай. Срез давай. А, мы срез давай просто. А, во, отлично. Тогда заходим. Из-за этой из-за занавески. Хорошо. Залупа какая-то, что раньше убивали, это было проще. Джифса там поставьте, кто-нибудь потом. Я поставлю. Ну, ставь. Че, я зря инжу, что ли, качал? Да, мы всегда плюс-минус где-то за час ее, наверное, убивали. Не, ну сейчас подольше, чем до этого. Сейчас прям вообще мы долбимся, как дебилы. Ну че, вроде банку перед ней пил еще 10 минут. Постоянно, типа, кто-то слакает, один-два человека. Из-за чего его убили? Типа вот мобы прям сразу заспавнились? Что не долбили столько? Там ветерок кто-то откинул в клетку, блядь. Да, не ветерки дело. Ну я напулил двух мобов, которые побежали под эту кучу всего, а третьего боя не видел. Просто. Я не мог шифе сдать, потому что тайминг был другой абсолютно. Не знаю, мобы вообще выходят до, блядь, каста, почему так? Сейчас на этой вышли, а не до. А каста там, блядь, и близко не было. Они должны выходить либо после каста. Руки, пойди помой. Чё там есть, рыба? Типа до каста их собрать сложно, ветерков дохуя вы ещё, ну, типа, и походить, понапуливать. Вообще, Unreal. Не, рыбу поставлю, надеюсь, он спит. Ладно, надо будет давать тебе зубы. Не жалеть. Я постоянно думал, что ты выживешь на лох хп прям. Может, ему каплю проще давать? Не надо ему каплю. Можно каплю, ну типа, камон. Еще раз и бруха. Все равно то, что вот, не успею дать, короче. Только если они сами не будут за костами следить. Я не знаю, будут ли. Ну, типа, Реслин, ну, тоже такой себе кидать каплю. Там сам лох какой. После каста. Дека рыба. Если он еще тут. Окей. Ну, там пока.
Можно первый лифт запустить? Да не, мне кажется, давайте уже. Надо добить его. После. Перекурим, типа, и пойдем там смотрители, туда и сюда. Я бы убил погибель смотрителей, его съебался бы. Ну, да. А чё вот это? Нахуя мы тут время, блядь, тратили? Нахуя мы тут, сука, ну, час лишний? Ориона, чё ты несёшь? Какая разница, хуйню? Какая разница, типа? Ориона, математика, первый класс. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Типа точно так же мы завтра сидели. Походу, Урич это решил не приходить на допродал, что ли, или что? Так, это, сляка здесь. Давай, Эрчик. Да, ему что-то не хватает. Он говорит по телефону, видимо. Ему что-то не хватает. Сказал. Он еще говорит, видимо, он просто поел. Well. Он напишет. Чуть-чуть. Что за макросмена на погибель? А, в конце маура. Наверху через 30. Смотрите, горящие пуканусовые. А кто отошел, Глю? А то что, смотри, он допустим, хилится с своего кровавого удара, это в исцеление идет? Да. Ой, в смерть точнее. Да. Ну, если не показывает, значит не идет. Я думаю, он по-любому жмет эту кнопку. Или больше нечего жать. Не, ну... По странно, оно вообще не показывает. Не надо уже. Удар ну, не понимаешь, у него должно постоянно показывать. И у него же столько не есть, подожди, сейчас тоже его переберут, эту хуйню вроде. А, не, не берут. А у него без кровочерви бил, блин. Только он получается. В смысле без. Короче, черви много не захилят. Они не хилят, они в косты впитывают. Ну, этих мобов, что ли, они тонкие. Слепящие стрелы они впитывают. Бля, надо было идти до этого. На гнева продали, может, еще что-нибудь. Да похуй. Да хочешь завтра придет. Бля, Глю, надо было... Кто-то сейчас отошел, Глю? Слякать. Не, я-то тут. А, ты тут. Надо было тогда, если это, так делать перекур, блядь. Чё за прикол? Ну, мы не знали, что надолго. Дайте саппорт сейчас. Отсыплю тебе на всю жизнь саппортов. На лампу колен. Мне тоже на всю жизнь можно. Давай. Блять. Это, видимо, будет короткая жизнь. Я выпил последнее это. Так, Синку Риона тут. Да.
Так, все, я запускаю. Перемажьте там еще кого-то что-то. Перепейте. Перемажьте смазку в опере. Ебется больно. Ой. Предлагаю убить босса. А. Нахуя мы тут час сидим, типа? Так я не понимаю, зачем мы время тратим. Вам типа босс нравится? Все, давайте убивать. Потом насладишься, в повторе вон посмотришь. Ну, по-любому я на этот раз от слепящей стрелы не сдохну. Ну, а от сияния, блядь, умрёшь. Когда-нибудь ты сорвёшь что-то камень. Дивного. Когда-нибудь не сдохну. А на ТБЛ герб лутаю, тогда убьем босса. Сожри камень. По-быстрому. Он вкусный. У тебя оверкил 2000. Камень 4. Опа, поел говна, урод. Камни не вечно. Я понял, ты на нак стопил сливишь. Хисера, ты умираешь за пул один раз. Ну, иногда два максимум. Камушка думал, одного достаточно. Камень всего один. Надо будет, я поставлю вам. Открылся, естественно. Да, я дал. Дал, когда. Все откатилось. Вообще все есть. Пул сейчас. Капу. Рядовой. Блять, я на пул не вырубил. Долбоёб. Я чуть не умер. Я тоже. Так, мне надо... Чоколати надо и Симпсон. Мне надо и Синди надо. Мне он надо. Его. Мне надо его Фьюри надо. Мне надо. Он в Фьюри перед тобой вынесет, этот твой будет. Не заберите его случайно. Мне надо, все. Всех ветра есть, там скоро каз будет. Да, вот это не есть. Каст. Зашли. Ложить. В ту сторону перейдите. Ну ладно, я хотя бы понимаю, почему мы сейчас умерли. Типа Глю подкинулся на ветре, еще одном, не знаю, вот у тебя, видимо, каст прилетел в ветра, и ты еще один подлетел, да? Да. В этот момент я сидел и работал по этим, по тем, в кого стрела слепящая. Уже, кстати, второй раз такая херня, то, что когда вот каст, у меня еще один ветерок прилетает, я отлетаю, я даже не успеваю ветер зайти. То есть я захожу, он не срабатывает, а потом, когда уже, в принципе, он не нужен, он почему-то, блядь, срабатывает. Я сначала Арисвина прохилил, в него каст летел на пол хп, потом Ориона тоже каст на пол хп летел. Потом там еще в кого-то каст летел тоже на пол хп. Ну и танк сдох, короче. Его не хилили 3 секунды. А что если эту поебень в два танка бить? Нет. Нам смысл в этом? Хватит. Какой смысл бить два танка? Трэш этот не заливают? Трэш? Нет. Если в два танка, то один держит трэш, а другой босс. Ну не знаю, хуйня какая-то. Не знаю, но это точно не в этом левеле, наверное. Да бьют типы в два танка, просто долбится, но он... Типа, мы нормально, мы вон у нас почти с пула в Фьюри умер, мы боссу 500к оставили. Иногда не везет, бывает, да, там, каншотит.
то, что там косты так проходят. Нормально убивали себя. А что это? Море. Под лаги начались. Ты не труд. Я запускаю. 51 задержка. Нормально же сюда убивали. Воу, а берем это что такое? У всех? Что? Нет. У меня зависло. Пиздец, что за лаги нахуй? А, все. Зависло на 10 секунд. Две недели уже так, блядь. У меня вчера, кстати, тоже зависало, когда... У меня сейчас зависает. Вчера, да? Вчера, это понятно, Сирус войну не выдержал и умирал. Блять, что за хуйня? Вчера просто лагал у всех. Очевидно. Да он и в чате пишет. Ну, блять, задержка 80, нахуй. Одного слова в чате не вижу, что у меня в гильдии. Все, пиздец, я вишу. Слушай, а ты правда думаешь, что... Не виси. Только что ты нахуй за прикол такие? Ты вообще не можешь ничего делать. Нет, просто типа зависло все. Че? Умираем? Я не знаю, типа. Ну, может, отвисим. Могу убить пока. Ну вот я щиток нажал, вот как и, блядь, 20 секунд дивного назад, да. Он до сих пор жмется, типа. Ладно. И картинка, вот какую только-только стартанули, типа, сова вот до себя бегит, типа, на месте, и все. Альтов 4 делаем. Нахуй. Ладно. Падайте. Вот, помогало. А, нет. Ну, блядь. Да, ёбнула просто, ой. Поэтому, нет, у меня до сих пор типа пул не начался. А, да, блядь, ты пи. Ах, Ростатика. Да что, из-за... Диван есть? Блядь, из-за... Приставайте только, резко, то есть. Предоходи там пока. А, да, пин 500, нахуй. Всем привет, блядь. Мне нормально. Всем привет, нахуй. Минск не душат. Сука, ёбана, нахуй. Давайте, может, я на перекур, типа, на 5-10 минут, не знаю. Ты все еще лагай, да? Ну, я сейчас перезапущу, но не знаю. Ну мы же все равно хотели, типа. Давайте. Я не думаю, что это просто решится, типа, перезапуск. Что, перекур? Ну да. Сколько перекур? Угу, минут 5. Как там это ДБМ? Так? Нет. Не знаю. Ладно, я без. Давайте в 35. Ну сейчас зашел, вроде нормально, типа. 27, нахуй. О! А шо это?
блять. До 35 хака, да. До 30, до минут на 5. Че там? Пять, четыре, выходите, три, два, один. Так, ну ладно. Ошибку этого КД мы поняли. Опер ласт. Реально. В следующий раз ошибаться так не будем. Извиняюсь. Не знал, что все бездари. Не знал, что боссов можно не подряд убивать.
Стрелку напиши. Три буквы. Так, раз не всякой заходить. Бля, да можете вырезать, наверное, лежит труп. Где? Смирялка. Что? Знаешь Ямато? Да? Один КЛП Катарина и УВ. Чё, да? Не знаю. Ясно. Ну, тогда похуй. Заманите меня. Всё, куда? Так, короче, нормально все. У вас кого-то не хватает, Войси. Ой, блядь, заебало. Я не могу Войси. Мури. Так, напиши его. Ставь рыбу. Может, вы меня суманете? Ну, шкаф ставим. Орион здесь? Так, нашему ДКшнику же вот это точно надо. И на самом деле, наверное, перетусуй пати. Чтобы это синк был и хаку, наверное, с этой синдерейкой, с этим, с кем-то. Чего? Еще раз? Леоной, типа. Ну, чтобы это хаст крит один, типа, процент был. Сергей, напиши. Мне почему-то не люди в попасть. Альт, что-то завис. Что? Я не могу люди двигать. Кого тебе подвинуть? У меня вместо того, что, чтобы двигаться, они у меня из группы вылазят. Потому что ты не, блядь, не рейд лидер. А синк рейд лидер. Ты выходил, ты скинулся. А, я понял. Дай рейд по синк. У Рионе дай еще ассиста. Меня и Реслина поменяй на синга и хапку. А. Типа больше профита будет. Лучше просто слякать еще закинуть. Слякать поменяю еще с Рисом. Да, да, слякать можно. Ну, нормально. Да, вот сейчас больше всего будет дамага. На Сырион идет, Фейс? А он это МСК? Или Не-не-не, он там, он уже спит. Плюс 2 вроде, у него там. Либо плюс 2, либо плюс 3. Там до плюс до хуя у него вроде, не? Бля, ну и с это собрались, конечно. Но... Так, инту. Что в рыбу, надо? В рыбу тыкни, что надо? В рыбу и вот банка фласку. Все банки масла, да, масло банка, да. На чем еще без этого, без Ориона, чем я это не убьем? Че? Че? Ну отпустить человека спать, я не знаю. А для чего мы без Урича не сможем? Да, не сможем, нет. Ничего не сможем. Ну, гнева сможем. Не, дай мне этого ассиста или Врелла, да. Дайте Орионе банку нормально. А, его я ж. Толка что банку чего плюс. Синг. Алло. А? Дай мне рейл или ассиста. Так,
Тебе банку дать урим? Че там? Я ему даю, он вольтаг, видимо. Вау. Что от меня? В смысле от меня на дебанку, блядь, пи нормальная. Ебали уже. Все, пошли. Я запускаю. Босса, блядь, убейте. Как ты и возьми и убей. Как ты убей. Живариор, блядь. Хули вы, блядь, танка проебываете? Да. Потому что ты не дамажишь, сука, вот ты проебываешь, понял? Уроды ебучие. Ты же вариор, блядь, чё? Жопоглотик, блядь. Миш, бруху давай, да? А он так и намекает, чтобы я просто ливнул. За что? Ты негативно высказываешься, я вот тоже. В ответ. Все замолчали, что блядь. Ничего никто, ничего. Эро статиков 0-1 сделаем, блядь. Как мы сделали эро гильдии, но не сделали эро статика до сих пор? Чё у меня с... Релод, короче, пропишу. Бэ-бэ. Ой-ой-ой, блядь. Нахер, половина всякого говна забагалась. Ой, Мейнгат умирает, всё. Так его, блин, просто ебали. Да все умирает, алло, хватит! Давай на. Можно босса убить. Тихо-тихо. У меня комбо-таймер сбился. Похуй. Комбо-таймер вонючий, бля. Ну косты сами-то анонсите, я... Хорошо. Геру. Сейчас, подожди, я математикой займусь, сейчас я вычислю, когда был кас. Минута 35 сейчас. Ладно, короче, мне впадло. Ладно. Надеюсь. Трясен. Блин. Ай, у меня конченый дон забагался. Блин. Аврэ, только мне надо было. А, все, всех есть. Заходим. Каст, О, а мобов нету, уебать, еще раз. Еще раз. Так, еще проха есть? Нет, проха. Сейчас он выйдет из комы и сразу проху давай. Сразу. Блять, сколько там этих, да? Простей. Спасибо. Легче жить стало. Мов взорвался куда-то. Там кассер скоро должен быть. Да, должен. 3.30 сейчас, если что. Касс, зашли. Бэр. Направо иди, мобов на хуй.
Да вы рофлите, ну это... Что это было? Что было? Ну просто... Ну посмотри, как он умер. Ну это такой кринж. Ну тут вообще ничего нельзя было сделать, хз. Кипящий мусор... Мусор... Он умер, типа я кастую в него исповедь, и он в момент каста моей исповеди умер. Ну, дивно, ну да, за секунду убрил. А что-нибудь менял, не? Давай, мастерис. Эд, слякоть, у тебя там удары смерти не получается вообще юзать? Или как там, какая ротация у тебя? В смысле, у него мор, удары смерти он спамит. Ну, так у него один удар смерти. Ну вот, видишь. Да, с мобами там вообще сложнее. Ну а на мобах что ты делаешь? Вот, напулил мобов, дал мор, потом дал лужу. А ЛП ты в кого даешь? В бабу эту? А, по-моему. Их срывают милики. Не вариант. Я не могу напулить так много. Они, я не могу нормально напулить, потому что они не подходят нормально. Я не вкуриваю, а что не хватает без ЛП лужи? Справа два моба выходят, я им по СКД даю. Ты же тотем ставишь, надеюсь, идешь? На природу? Чем 6 тысяч уваливает? Идешь двоих вот этих напуливаешь. Ты тотем на природу ставишь? А! Одного пофиг, он ничего не сделает. Типа, ну я не знаю, ему по 6 тысяч всех косты бьют. Звучит много. Проблема с синк в том, что если мобы стоят далеко, у меня энергии мало. Типа, чем больше мобов задевает, тем больше энергии. И просто ходить в амбана пулет, это очень слабо. Вот фьюри ури. Рыба. Получается, первых мобов ты вообще не напуливаешь или что? Нет, они должны просто подбежать под босса, и босса два, еще две цели, если что. Это лишние 4 энергии, но это много. Да, это много, только за это время ебало снесет кому-то. Ну не нагунил, я не могу, потому что Урион дает 2 вихря и все, снял, блядь. А если что? Войско дать, мобы будут на войске некоторое время, да? Ну войско на третье дается взлетку. Ну да как-то побольше ударов надо этой смерти, блядь. Ну мобы срываются, все, блядь, нормально все там делать, забей. Нормально все, забей. Не в танке проблема. Натя. Ты смотри, ты, я не знаю, они там беспорядочно стоят, да, типа в них танк бегает же, может бегать. Забей, все, танк делай все нормально. Не в танке проблема, блядь, мы ж убивали. Да нет, что когда падаете, типа, немножко как-то захилиться надо. Глюм? Да по сути, кровь вампира до захвата оставляет. Кровь и сразу захват. Все, я запускаю. Ну, подлетку понятно, подлетка ебет, пиздец. Че, ему 6 мусора влетает по 6 тысяч каждый, это минус 30 хп. Дивный на 35 хп. И стрела без отрас на 20, на 26. Еще слепящий мур. Просто суммарно ты складываешь, получаешь 90 тысяч урона. В секунду. Это пиздец, конечно. Ну, типа... И сейчас, ну, сейчас я, ну, он умер просто, вот я исповедь в него кастую, и пока мой каст ведет, он умирает. Ну, типа, даже делать ничего не могу. Ну,
А у Ретрика бабл плюс капли на ДК есть? Не будет бабл, Рэй. Бабл на звёдку жмёт. Сыграй. Ты ничего нового нам не придумаешь, не бойся. Я уже думаю, блядь, как ты же здесь свет покидать, что ли? Мы тут еще пока тебя не было. Кстати, мы тут уже развлекались. Как понять, что... Тихо. Риона. Сера, бля, в тебя летел, а не у Риона. Да я не могу, нажать жажду убийства. Почему? Потому что у Риона ФК стоит и не дамажит. Блю. Я сижу на эту кнопку, смотрю, пока она загорится, блядь. Там хаху козы вывезем. Сера. Синг. Так, то есть это мне, да, посерединке? Сейчас подвое. Маслин. Мне и хаку нужен. Чоколадь. Ладно, я постараюсь там где-то взять. Правда, не знаю где. Хаку прилетела, а на хаку я возьму там где-нибудь. Каст. Зашли. Подойти. Как так? Ну да, падали там. А вы кнопки свои не нажали? Ну типа, 15 тысяч оверкил у одного, 24 у второго. У меня вплотную кнопку жмется, я хотел мобов пойти напулить. Я сижу, сначала пул, смотрю, жду, моя кнопка серая, блять, кровоточки не висят на боссе. Что, вроде на вас были? Да, я не нажал. Потому что я хотел отойти, моя кнопка вплотную жмется, я отошел, дебил. Там все нет. Может по приколу потанчить? Да. У второго. Не надо. Прям танк вообще меня порадовал вообще. Все четко сделал, оба рады. Для тебя в комбо доспекнуть, я не знаю. Мне впадло ждать жажду убийства каждый раз оставляюсь. Перебьет. С этого пула убьем инфосотку. Ну как у тебя твоя это плюс мораль? Какая плюс мораль? Шкаф поставь. Перепад плюс мораль. Чем? Хаку он сидит, блять, в Tomorrow Sunday, блять, ясно, ПВЕ поп, блять. Хаку, а как ты предал своих этих World PvP-шников? Он там балалайку оставил. Мысли, что? Реально? Это поэтому не было РТ, типа в субботу воскресенье? РТ
Маслин масло в банку. Русский, это что, Обливион, что ли, или что? Или эти клан мертвых? Каски, каски дайте. По ДК. Русские, ну, это. Ладно. Это русские. А что, вот ТГ это хохлы, да? Масы что? Да, я всегда раньше думал, что хохлы из-за хохолка, типа. Чего? Русня ебаная. Я запускаю, я запускаю. Ну, нормально. Ой. Слово, что-то. Не, я запускаю. А как оно переводится? Кто? Ну, хохлы откуда взялось? Чубы. Ну, чубы, но это и есть хохолок вот этот, да? Я вообще с аэростатика, брат, не знаю. Бля, ты можешь называть меня Бульбашом, блять? Я не обижусь. Не, я хуй знаю. Просто, не, так а почему, не, слышишь, слякоть, а почему ты, типа, обижаешься? Типа, хохол, ты же не хохол, ты же украинец, получается. Ты же знаешь различия между хохлом, типа, и украинцем? Не, я не понимаю, я поэтому спросил. Украинцы живут, типа, в Украине, а хохлы где попало? У нас на полном, кстати, вообще весело. На 4 секунды меньше. Да, я понимаю. Я не хочу с тобой хуяриться. У меня, короче, корефан по работе. В 13 году ездил отдыхать на Украину. Там 10 секунд было. Я как тоже. Давайте, да. Часто ездил в Украину, все нормально. Так, все, го. Веру. Эфиры. Мариаслип. Серым. Люа. Застрана. Мне надо, Хаку надо и Сингсонгу надо. Мне и Хаку надо. Мне надо. Чё в тебя прилетит? На. Пузел. Все, ага. Все есть. Сходите к своим. Каст скоро. Каст. Каст зашли. Застанил мобов. Синг. Лик кинул. Гадал зубы. Что дивное было? Хил. Еще в меня, еще в меня. Господи. Дивная. Это могло рвать, почему? Скоро каст еще будет. Агро не рвите? Не рвет никто агро, чё? Ури рвет, и ты рвешь. Не рву. Ури там вообще максимально рвет, его сейчас как танк хилит. Заходим. Каст. Всё, срез. Блять, просто ветер и пиздец. Фэшот. У нас мобы ебут. Давайте соберите. Сейчас на пуле мобов еще. Надо энергии подкопить. Там один моб, наверное, будет фрис. Может, забери не таунтом каким-нибудь.
Орион. Ну, каска. Ты новый мы вышли? Нет. А вот новый вижу. Теряйте мобов. Глю не будут. Я не могу там напулить, там ветер колдует. Каст. Каст, 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 каст. Не успел тебя дочить. Бля. Глю лежит. Набейте. Ну я попробую что-то там подкинуть. Ну ахи. Еще гимн на хп сдавай. Да мне... мне гимн сбили. В 0-1. Даже не успел тикнуть ни разу. А, синка же. У нас нет хп, я не знаю. У нас какой-то момент сейчас несет танк и все. Вот. Сука, давно ебал. Охуенно рассказываю, что опер можно пройти с этим... с рестером, блять. Да, наверное, можно. Ну, хз. Рестер соло цель нормально понимает. Чё, тут резнуть? Резь тут. Там не сможешь. Возможно. Ну, типа, Ули на протяжении 15 секунд мусор за... мусором закидывала. Даже 20, наверное. А чё, вот которые типа в два танка бьют, они трэш сливают или как, я не могу понять? Нет, не бьют они его, просто на себе держат. А-а-а. Там трэш по тройному хп. Ну, тройному. Можешь попробовать мишки, блядь? Нет. Ты так не хочешь давать магам 13% дамеджа или чё, да. Я не понимаю. Мы сейчас ляма ставили, я там сколько, секунд, наверное, 20 хилил ещё. Может, я еще лежал. Долго очень. У кого? Ну типа Ури убила мусором, Глю убила мусором. Тебе я щит не успел дать. Окей. А, аналитика. Производим аналитику. Почему Ури получает пизды? Поверочное слово аналитика. Анал. А, да? Да. Получается. Либо Ури делает хуйню, что он раньше пошел не делал. Пошел в жопу, блядь, ебись. Заебал, блядь, скотина. Я сказал, или Хисера что-то под пивом сидит. Под шквау напулил. Я, блядь, сука, сижу, блядь, уже хуй знает какой раз, блядь, вайпусь, блядь, делаю одно и то же. Я не могу, блядь, какого хуя на мне можно быть. Делай другое. Я спай, блядь, уроды. ВБ. О, господи. Так. Я не знаю, когда вам, типа, собираться, блядь. Так. Рано не можете, поздно не можете, блядь. Я, конечно, извиняюсь. Но типа, я же не сказал, что он конченый хуеглот, который не умеет играть в эту ёбаную игру старость, ёбаная дохлая мразь. Час или 12 или час, понятно, что... Какая разница сколько? Ну типа, чё? Я же ничего не сказал. Это самое поздно, когда мы сидим. Мы и до 23:30 сидели. Ну да. Типа чел, ну, я не знаю, съебать хотел, съебался. Забей, мы в первый раз без него пронесли. Ну да, Урича такое есть, типа. Чё-то... Клоунада это, конечно, клоунада. Ничего так не скажешь. Уливать. А, ещё это, блядь. Ну это типа цирк, нахуй. Да? Блядь. Три босса, типа, в первый день. Типа, я не знаю, как вы собираетесь дальше, типа, играть. Всё, нахуй, ростатик. Получается так, реально. Типа, давайте или возвращаться как-то к тем... фигню, когда мы там собирались типа по часу, по полтора. Не, либо просто реально просто проходить и наконец оставлять вот эту самую оперу и молча. Как в принципе это поначалу и делалось. Какая? Поначалу делалось, потому что типа у нас босс не освоен был. Потом-то мы его нормально убивали. Но. Дело не в этом абсолютно. А я даже не говорю то, что мы не убиваем эту оперу, что-то там плохо. Ну, просто сама странность вот этого вот от Ури у меня что-то. Клоунада какая-то. Ну бывает, не получилось, чё. Всё в жизни бывает, чё страшного. Типа чел как-то сгорел, что ли. Не знаю, с чего. Да, просто надо спать хочет, вот и всё. Сейчас у него, смотри, ударов смерти 12 штук аж на. 7 захватов урон, блядь.
И это считаю, он нахилил 170 тысяч. Я не знаю, типа, люди не хотят, типа, рейдить всю неделю, типа, да, собираться там по часику, по полтора, типа, по два, и это не хотят, типа, все делать в один день. Ну, такое, блядь. Так, что завтра во сколько? В 7? Угу. Да. Ну, посмотрим, типа, куда. Вот, типа, у меня, например, завтра вот выходной,